Всем привет, играем в Фазмофобию Соло Профи Эйч. Сегодня у нас в программе Эдвард Бёрч. Это брат Бетти Бёрч. С Уиллоу Стрит. Детектор МП, датчик движения, потушить свет. Ну погнали. Ох уж эти Бёрчи. Уже минус один Бёрч в моей карьере. Сейчас, может быть, будет и минус второй. Свет, появись. Таз лежит. Круг призыва. Круг призыва это хорошо, но у нас нет. Таблеточек-то у нас нет. Это не очень. Ну ладно. Будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Так, здесь что? Здесь шкаф, например. Он темпа не сильно падает. Здесь что? Здесь все на месте. Здесь что? Здесь тоже все нормально. Здесь что? Ну, такое. Ну, хотя падает, смотри. Прям падает. Прям реально падает. Глянь, меньше 10. О, боже мой, неужели это та комната? Боже. МП5. Туда. Я не отметила. Как я? Ну, тут даже не как я. Как мне повезло скорее. Так, свечку потушить, датчик движения. Ну, это я все могу. Это я все могу, это я все выполняю. В целом, так как мне нужно фотографировать призрака, я даже могу там все засыпать солью и без зазрения совести эту соль фоткать. И ничего мне никто не сделает. Я же в другом городе. Ага. Дверь открылась. Это вам. Это я бегу за ультрафиолетом очень быстро. Так, ультрафиолет. Да, и фотокамера. Ультрафиолет, радик, фотокамера. Чуть-чуть быстрей. Чуть-чуть быстрей. Беги. Скорей. Есть. Так, здесь что-то... А, он кинул блокнот мой? Ты чё? Дурак, что ли? И не написал в нем ничего. Значит, и не напишет. Хорошо. Допустим. Это пар у нас... Как отражается. Носовой пока нет. Ты молодой. Ты злишься. Ты здесь. Угу. Ты злишься. Ты молодой. Дай мне знак. Ну ладно. Блокнот не хочешь написать? Было бы неплохо.
Так, подожди, а какую сейчас он дверь-то потрогал? Вот эту? Я теперь не узнаю. Или вот эту? Походу, вот эту. Сюда туфли. Да в смысле? Да ты гонишь. Игра, не дури. Я видела, как он туфлю подкинул. Так что ты давай мне вот это вот. Давай без этого. Призрака сфоткали, отлично. Пойдем, соль принесу. Может, мираж. Пять три. Такое. А так начнется. Так, датчик движения и светильник. Чек. Но с благовошками это все уже. Это уже детская игра. Никакого нерва. Блин, тут занято. Ну ладно. Ускорение было 0. Соль наступлена, то есть не мираж. О, не горю, бакаем. Угу. Ты молодой? Ты молодой? Я больше на твои туфли не поведусь, дурила. Я не успела там особо что-то разглядеть. Они не они. Но есть некий шанс, что они. А что там на они? Подожди. Они. А, лазерный проектор. А, у меня одна улика. Подожди, нет, как у меня одна улика? У меня же ультрафиолет. А бак и горе. Они не может быть. А бак и горе. Ну, на горе понятно, что. А на баке что он мне не дает? Если это у баки, призрачный огонек. Ясно. То есть это гореха. Скорее всего, да. Это горешка. Горешка и горешка. А светильник он мой тушить не хочет. Может быть, потому что это не светильник, а свечка. Давай туши. Заклепал. Вот сюда тебе поставлю. А эту вот сюда. Ай, блин. Вот сюда. Давай. Работай.
Свечу, светил и буду светить. Здесь тоже, кстати, занято. На первом этаже особо и не укроешься. Так, а он может потушить без моего участия? В том плане, что я, например, стою такая в фургоне, а он тушит свет. Без меня в доме. Какой глупый Эдвард. О, потушил. Есть. Хорош. Отличная работа. Если бы не туфля, вот это. Хотя я видела, как она перекинулась. Это должна была быть. Должно было быть взаимодействие. Это было бы идеальное расследование. Но мне советуют успокоительное принять. А после принятия успокоительного, в принципе, жизнь налаживается. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в новых сериях. Всем пока-пока.